Салам алейкум. Рали Закирович. Да. Телефон немного уберите. А? Уберите телефон немного, пожалуйста. Чтобы не мешал. Ну я снимаю видео. Как я говорил, я всегда буду снимать видео. Хорошо. Надо будет вас ознакомить с материалом и делом. Ага. Где можно удобнее? Давайте в машине, может. Ну это мой лишний автотранспорт, там не ценно положено. Но... Пойдем куда-нибудь идем. На улице. Давайте на улице-то. Хорошо. Телефон, пожалуйста, немного уберите, чтобы не мешал. Я вам все копии документов предоставлю. Закирович. Вы мне скажите, о чем это документ, чтобы для моих зрителей понятно было. Это ваш материал. О чем? Не вас, который составлен протокол. Протокол о чем? Вы же сами прекрасно знаете. Мы же вас. Нет, для моих зрителей новых говорю. Я вам скажу. По статье 490, часть 2. Часть 8, извиняюсь. Ага. Ну, телефон, приди сходить, мне неудобно. То есть 200 МРП штраф, да? Нет. Извините, пожалуйста. А сколько? Николай Захирович. Штраф назначает суд. Мы собираем материал. Ну там же я видел, минимальная была 200 МРП, правильно? Да, правильно. Минимальная 200 МРП. Ну все, я выключаю тогда камеру, будем с вами это смотреть, потом фотографировать буду это все. Ну вот же, теперь, значит, приезжал участковый снова. Снова вот вчерашнее видео, кто смотрел мое, про собака боится орла, где, пока видит его тень. И вот сразу же участковый приехал. Сразу же приехал, материалы дела. То есть там минимально идет наказание, значит, 200 МРП. А если по максимальной, то вообще придется тогда, не знаю, наверное, где деньги брать-то, понимаете? Придется у атамана, наверное, в долг брать. Придется, наверное. Может, даст мне в долг. В общем, смотрите, Жигатер, о чем я хочу сказать. Я хочу сказать о том, что вы же все вот видели вчера только, как произошло с коммунистами. То есть, как коммунистов, как мы сплотились все, да, вот как Маргулан Баранбаев, как Мурат Мухамеджанов, другие лидеры, значит, другие, значит, ребята, блогеры, все как выступили одним фронтом против коммунистов. Все, они, конечно, мы его не закрыли эту полностью, да, вот, не разогнали всю эту, как и сказать, команду ихнюю, да, коммунистов. Но слово коммунист они убрали, понимаете? Я считаю, это тоже маленькая, но победа, понимаете? И поэтому сейчас мы также должны одним фронтом выступить против казачества. То есть все лидеры должны выступать против казачества. Блогерам, особенно обращаясь вот историкам, вот сделано в Казахстане. То есть сделай материалы, у тебя же есть исторические факты там про то, как, сколько горя нам принесло это казачество. Моего, например, прапрадеда лично убили эти казаки. Поэтому у меня с ними личные счеты. Моего прапрадеда звали Маралышан. Его сыновья участвовали в Газават войне против Российской империи. То есть я считаю, что казачество это и есть щупальцы Российской империи, которые вот потихонечку нам под красивыми предлогами запихивают сюда, в Казахстан. И потом ждут своего часа X. Как только наступит час X, поверьте мне, они тут же повернут оружие все против нас. Они не будут защищать, думаете, нас от Российской империи. Все знаем, что весной Путин выступал и говорил о том, что он заберет свои, якобы свои подарки, земли. Помните, да, когда выступали и союз ветеранов, генералов наших, генералы выступили в поддержку против Путина, значит, против его слов. То есть и сегодня, почему же, я говорю, тогда атаманы не выступили? Хотя он, я знаю, Захаров хвастается, что о, это большого стоит, что я заключил там союз с этими генералами, да? А почему же он сам тогда не выступил против Путина? Понимаете? Хотя сейчас там
прикидывается, якобы он там за Америку, якобы там 5 раз флаг вешал там в Алмате на штабе, американский флаг. Но не надо нам обманываться, понимаете, друзья? Не надо обманываться. Атаман это и есть атаман. Он служит Российской империи, служит царю. Испокон веков так было. И сейчас так же будет. Не зря Россия грозит нам, что в 2035 году уже будет уже Российская империя. И после войны в Азербайджане вы сами видите, что Россия утроила теперь свои желания создать Российскую империю. Поэтому Российская империя не за горами. И нам нужно в первую очередь в Казахстане запретить это казачество. Потому что казачество это и есть щупальцы Российской империи. То есть запретить, все эти организации запретить. Всех этих... То есть для этого нужно сплотиться всем блогерам. Делайте видео про казачество. То есть показывайте, кто они такие были вчера в истории. Потому что я смотрю, у нас в Казахстане ни один блогер об этом не говорит. Все боятся. Я понимаю, что вам звонят, что вас угрожают. И вы поэтому вот везете вот такую трусливую тактику, не говорите об этом. Я все это понимаю прекрасно. Потому что мне тоже так же и звонили, и пугали, и дом мой минировали, и чего только не было. Поэтому, друзья мои, Корхпандар ешкімнен. Ешкімнен Корхпандар, ананың бәрін бейнен түсіріңіздер мұна осы. Атаман туралы, казачество туралы, қандай бізге Қазақстанымызға зиян әкелгендерін. Соның бәрін көрсету керек жұртқа. Сонда біз бәріміз осы мақсатты қойып, біздің мақсатымыз мынау казачествоны жою, алып тастау Қазақстанда. Болмасын, бізде болмасын деп, тек қана болмасын. Сонда біз Алла жасса жеңеміз осы қайвандарды жеңеміз дейміз. Сол үшін бізге бірлік керек, бірлік болса тірлік болады дейді. Сондықтан жігіттер бәріңізді осы қазақшы туралы бейне шығарыңыздар, осы өзің пікіріңізді, ойыңызды айтыңыздар осы туралы. Үндемінді. Сіздермен болған Ерғали, салам алейкум, рахметтуллахи ва баракатух. Аман болыңыздар, қазақ бауырым. Өзіміздің елімізді, тау елсізімізді біз сақтамасақ, ешкімді сақтамай. Ешкімді қорғамай. Тек қана біз тау елсіздік бізге керек, қазақтарға керек болды. Әркім ешкімге керек емес оның.